В Астане открылась 14-я международная туристская выставка. Впервые в истории экспозиции «Казахстан» представлен единой концепцией. Регионы объединены в кластеры, чтобы туристы почувствовали целостность всей отрасли нашей страны. Национальный стенд представило Министерство культуры и спорта совместно с акиматами 15 регионов. Организаторы уверены, экспозиция позволит поднять развитие туризма на совершенно новый уровень. Всего в ней принимают участие более 100 компаний из 11 стран мира. Астана Лежа 2017 входит в план мероприятий по реализации концепции развития туристской отрасли Казахстана до 2023 года. Напомню, по указу главы государства, модернизация культурной политики, в частности туризма, является одним из приоритетных направлений развития экономики. Наша задача, чтобы туристы увидели, что мы хотим, чтобы были стерты для туристов административные границы. Потому что туризм – это в основном индустрия ощущений, индустрия впечатлений. Поэтому важно, чтобы независимо в какой области он находится, чтобы он ощущал наше гостеприимство. А кластера – это особенность каждого региона. Но при этом у каждой области есть своя индивидуальность, своя самобытность. Культура Казахстана очень сильно отличается. Я не видел ничего подобного в других странах. Поэтому я абсолютно уверен, что у вас есть огромный потенциал выйти на обширный международный рынок и привлечь еще больше туристов из разных уголков земли.